Но я говорю, чем вы говорите, что ламаз калакши Батумши, да, ламаз из архитектуры, шенобаши, сарис, Макдональдс, шенобаши, Макдональдс, объекты, шоли, соплечные, не отелыши. Друзья, приветствую вас. Сейчас находимся в одной из красивейших городов Батуми и одной из красивых по архитектуре и по дизайну до здания Макдональдс, который внесли в десятку в мире среди объектов Макдональдса. Его архитектор Георгий Хмаладзе. Сейчас пройдем внутри и посмотрим внутри интерьер и красоту. Мы сейчас зайдем, посмотрим внутренний интерьер. Вот такой интерьер здесь. А с этим интерьером я не усердно зада. Сейчас поближе зимний сад. Макдональдс Батум. Смотри, Макдональдс здесь. Батум шиф. И хотел как-то сын, тут муж. Сюда можно взять, да? Дизайн. Thank you.
Это прием заказов. Заказы с медевис сертилины. Мы говорим, Вардагавич, Тархис Гамутерада, лайкови. Друзья, не забудьте подписаться, ставьте лайки, дать комментарии и распространяйтесь. Спасибо.